Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать каждого из вас на своем канале. Устраивайтесь поудобнее, сегодня будем говорить о парфюмерии, впрочем, как и всегда. Хочу начать с признания. Я не планировала снимать отдельный обзор, отдельное видео на аромат от бренда S Parfum, который называется Saint-Hubert. Но я изменила свое решение, и сейчас я вам расскажу почему. Аромат от S Parfum. Я думаю, многие знакомы с этим брендом. Я часто встречаю обзоры, и очень многие хвалят парфюмерию от S Parfum. Но я не была знакома с парфюмерией. С ребятами, ну вернее, с представителями бренда я познакомилась, наверное, около года тому назад, когда мне прислали подарочную коробку, которая была наполнена различными гелями, кремами. Там было очень классное масло парфюмированное, скраб для тела. Я просто влюбилась в эти продукты. Скажу вам честно, у меня осталось приятное впечатление, и я могу смело рекомендовать, особенно масло. Я не помню точно, как называется, обязательно покажу. Очень приятная отдушка, очень приятная по качеству продукция. Мне понравилось. Но я сразу обозначила, что я не обозреваю номерную парфюмерию, мы с ними договорились заранее. И так и без меня достаточно блогеров, которые обозревают данный бренд, и он действительно достойный. Я не сомневаюсь, потому что очень много слышала, повторюсь, хвалебных отзывов. Но здесь я не смогла отказаться от знакомства вот с данным парфюмом. Это именной парфюм, и посвящен он юбилею бренда, им исполняется в октябре 10 лет. И вы знаете, мне показалась история, которую мне они рассказали, очень интересной. Но, во-первых, я не знала, что S Parfum, что S – это первая буква имени Saint-Hubert. Saint-Hubert – это супруга создателя и основателя бренда. И мне показалось это безумно романтичным, что ей посвящен этот аромат той женщине, той вдохновительнице, которая поддерживала своего мужа. Я думаю, что это распространенная история, я думаю, что вы со мной согласитесь, когда за успешным мужчиной стоит сильная женщина, которая любит его, которая поддерживает его в сложной ситуации, и только при таких условиях получается успех, получается создать что-то прекрасное. Мне показалось это классная идея, и вообще я прочитала, что над созданием этого парфюма работала сама Saint-Hubert. Она вложила частичку себя, вложила частичку своего характера в этот аромат. И сам аромат меня тоже приятно удивил. Говорю вам честно и откровенно. Во-первых, это не клон на какой-либо парфюм. Аромат самостоятельный, аромат достойный. Я думаю, что он понравится многим. Начиная от оформления, да, такой приятный цвет, такой цвет этой осени, я не знаю, почему-то меня тянет на такие оттенки. Начиная с цвета, с оформления и заканчивая конечно же, композицией, это восточно-цветочное, такое, знаете, очень густое направление. Здесь много цветов. Но самый главный аккорд, который я здесь слышу, это иланг-иланг, который придает такой густоты этому аромату. Это гелиотроп и, конечно же, сладковатый миндаль в базе. Описание аромата очень красивое. Я думаю, что на сайте есть описание. Это и цветок магнолий, который символизирует взаимоотношения двух людей, да, любовь. Это и цветок тиаре, который придает характер этому парфюму. Это и сладковатая база, очень уютная. Чувствуется, что здесь красивая ваниль, чувствуются нотки сандала. В целом это звучит достойно. Я думаю, что многим понравится этот аромат. Он нарядный, он красивый, он со своим характером, он густой. Я думаю, он безумно шлейфовый. И мне очень нравится, как он усаживается и как он звучит в базе. Это такое, знаете, не приторное, но приятное, сладковатое, цветочное звучание. Вы знаете, что я поняла? Этот аромат звучит не только женственно, он для меня звучит успокаивающе. Ощущение, что вот его мягкость придает какое-то спокойствие. То есть бывают, знаете, такие взрывные парфюмы, бывает хочется какого-то драйва. А этот аромат, он тебя настраивает, как будто бы но на такую легкость и умиротворение. Мягкие такие цветы, и они еще больше смягчаются марципановой вот этой ноткой, миндальной ноткой в сочетании с гелиотропом. И в базе это вообще как будто бы вы слышите запах крема, вот очень приятного крема для тела. Вот так в базе для меня пахнет этот аромат.
Я уже сказала, что аромат посвящен дню рождения бренда, десятилетию бренда, и в октябре они будут праздновать, и поэтому всем своим клиентам и покупателям они дарят подарки. Обязательно заглядывайте на их официальный сайт, все ссылки я оставляю и на аромат, и на сам магазин оставляю в инфобоксе. Желаю вам приятных покупок. Ну а я буду на сегодня с вами прощаться. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно напишите. Мне, кстати, просили сделать обзор на этот бренд. И напишите, кто знаком с ним. Вот какие ароматы вам нравятся. Я думаю, что аромат Синубер достоин внимания. Это такое мое личное мнение. Если вы у нас с вами схожи вкусы, то я вам рекомендую его послушать, с ним познакомиться. Буду с вами прощаться. Как всегда, желаю вам всего самого доброго, мирного, и мы скоро увидимся. Пока-пока!